Ну что ж, туториал на то, как запороть первую страницу нового блокнота. Старый у меня еще не закончился, но я решила, что хочу себе артбук с сохраненными работами. Кстати говоря, мини-лайфхак, если клеить картины скотч, он аккуратно отклеивается. Поэтому, Анечка, за работу. Но я на первой странице хотела сделать охрененный детализированный арт, и скетч мне даже очень понравился, но что было дальше, ё-моё. Я правда не думала, что такой красивый скетч можно так запороть. Видела я, как другие художники в блокнотах рисуют акрилом, и я подумала, о чем бы нет. Но сейчас я точно понимаю то, что лучше нет. Хотела бы я в этом видео сказать, посмотрите, какой залипательный процесс, но, увы, не могу. Эта бумага начала нещадно жрать мой акрил, и у меня весь рисунок пошел пятнами. Я думала, я отдохну во время рисования этого арта, но, увы, нет, я давно так не психовала. Но если вы хотите еще видео с этим блокнотом, то жмите прочие отмены, чтобы я понимала, сколько вас. И также пишите в комментариях, чтобы мне такого нарисовать. Самое вами залайканное будем воплощать в жизнь. Все же я хочу, чтобы этот блокнот существовал все же как артбук. Поэтому полагаюсь на вас и на ваши идейки. Но вот единственное то, что мне понравилось в этом арте, это как я нарисовала цветочки. Впервые мне понравилось, как я их нарисовала. Но пока у меня есть такая возможность, приглашу вас в свой инстаграм и скажу то, что там работа намного лучше, чем это. Но если вы досмотрели видео до этого момента, то напишите в комментариях ананас в цветочках, и я помогу, сколько людей смотрят мне видео до конца. Ну и вот такой результат старалась его исправить как могла. Ну а что, рисуем дальше?